Всем привет, с вами Робот Лев, и мы продолжаем проходить Devil May Cry 4. Между сериями я зашел немножечко на один такой интересный уровень сложности под названием «Легендарный темный рыцарь». И его суть в том, что там количество врагов увеличено раз в 10. И экспы за них дают тоже раз в 10 побольше. Поэтому я прошел там две миссии и открыл практически все. На меч все, здесь самый главный скилл еще не открыл. На руку все, и способности мне осталась только вот эта бесполезная фигня и хороший уворот, который может пригодиться. Но это потом. И в предметах, я не помню, я все орбы купил. Нет, еще один остался. Ну, начнем. Привет. Эти враги похожи на ангелов из третьей части, но они не такие плохие. А заряженные выстрелы 2 работают так, что нужно держать кнопку пистолета, которая по умолчанию X. И когда он загорится, можно ее отпускать, и будет сделан заряженный выстрел. Но так как на X довольно сложно ее держать, поэтому я сделал ее на L1. А X пока что у меня не работает. Вот это калибр очень хороший. Эти штуки нужно сначала... Им нужно сбить их плащ. И потом их можно будет нормально дамажить. И это правильная зарядка. Да, спасибо. Это специальная способность, которая выпала с прошлого босса. Я купил способность, которая позволяет при очень хорошем тайминге, там, в один фрейм надо попасть... Или примерно в один. Зарядить все три полоски. Но я очень сомневаюсь, что она у меня будет часто получаться. Ну и сейчас можно на спецприемы расходовать три ячейки. Стрик вы видели. Вот, например, этот шаффл. Тут странная куча орбов. Тут секретка вроде бы. Да? Нет? Не знаю. Видимо, нет. А, ту штуку как достать, я не знаю, и пытаться не буду. На. А что я еще купил, я не помню. Вот, зарядил. Три. Но я думаю, мы до этого еще дойдем. Так, палец устает держать на пистолете потом. Все равно без максимальной прокачки он такой себе. А эту секретную миссию вроде бы выполнить нельзя. Там нужно поднять стиль свой, не используя удары. То есть это нужно делать либо таунтами, либо идеальным уворотом, которого у меня нет. Вот еще на 100% зарядил. А либо еще одной способностью, которая сюжетная и которой у меня тоже нет. Обычные удары, естественно, расходуют только одну. Ладно, побежали. И это еще одна способность. О, привет, ребят. Из катсцены. Окей, я вот не туда улетел. Нет. Нет, ты-то меня что бьешь? Калибур делается в воздухе назад, вперед, плюс удар. Что бывает... Не очень удобно. И долгое время я его просто не делал, потому что он был слишком сложен для меня. Но потом приучился. Хорошо зашло. Да-да-да, бей воздух, молодец.
Я очень давно не играл, и поэтому сейчас путаюсь и даже не размялся почему-то. Так. Здесь вроде бы еще одна секретная миссия. Да, вот это я не помню, что она. В чем она заключается. А, это... Она такая себе по качеству, но она довольно простая. Просто нужно сломать 5 таких штук. Главное вспомнить, где они. Мне кажется, 3 удара тогда максимально его заряжают. Или нет? Так, слева по-любому одна есть. Да. Давай, давай. Куда-то улетел. Вот сюда, нормально. Ломай ее. Ломай ее полностью, давай. Хорошо. Так, это я заберу. Хоть у меня и время тикает, ну пофиг. Поехал. Так куда ты поехал, не туда? Придется его медленно толкать, куда нужно. Давай, вперед. Можно еще ускорить это. Вот так. Причем очень неплохо. За 2 удара считается. Так, одна там. Одна здесь. Хорошо. И одна, скорее всего, там в комнате. А, не попал. Давай, куда-нибудь туда. Хорошо. Вперед. И последняя там. Да, не очень увлекательная миссия. Но что поделать. Орбы дают. Главное, случайно в дверь не выйти. Это, возможно, провалит ее. Это было бы неприятно. Давай. Все. Зачем я все это время держал кнопку на пистолете, я не знаю. Рефлекс. Так. О, я здесь. Работай. Долой платформинг. И теперь можно сломать эту штуку. Поехала. Я сказал, поехала, блин. я даже не там был. Я далеко был. Орбы. Мои орбы. Привет, ребят. Получай. Падай. Из пистолета тебя. Я не помню, я этого говорил или нет, но лучше всего сбивать с пистолета и с руки. Так, и теперь можно собрать эту фигню. Там еще это есть, но оно закрыто. Знакомые штуки. И по пути еще сколько всего интересного. Так, сюда. Орбы, орбы мои. Здесь просто секретка, которая, в принципе, довольно полезна, потому что мне нужна последняя синяя орбочка. Опа, успел. Походу, я неплохо так помню, как заряжать, по крайней мере, обычную комбуху.
Поехали дальше. Ага, там еще одна под этой. И вот эта желтая, это золотая орба, которая мне не нужна на самом деле. Я не знаю, зачем я пытаюсь ее забрать. И та зеленая фигня мне тоже не нужна была. Интересно, а будут ли здесь враги? Как неожиданно. До свидания все. А, что? Серьезно, это те опустившиеся шипы? Серьезно. Зачем у них существует хитбокс? Нет. Лол, отпарировал. Орбы, мои. Не бей меня. Упс. Почти попал. Ладно, хоть по бокам шипы мне не дамажат. Если бить просто рукой, без лока удар настоящий, то он заметно больше сбивает. Получай. И ты тоже. Я думаю, эти анимации уже всем надоели. Так, я слышу музыку. Я вижу фростов. Так, давай я прицелюсь. Хорошо. Очень короткий калибр. Но если вплотную, то он такой и есть. Получайте камбуху полную. Хорошо зашло. Все, нет? Еще один. Ты откуда взялся? Ау. Нет, нет, нет. Кого ты там стреляешь? Меня уже там нет давно. Блин, не то. Успеет, нет? Блин. Не доспамил. Окей. А тут интересно, заспаунилось? Все. Да. Орбы. Все 2000. Хорошо. Так, теперь вроде нужно идти в центр. Эту фигню я помню, а также кучу стульев. Получайте стулья, мои злейшие враги. Зачем вы существуете, чтобы мне оценку портить? Да, вот. Полностью заряженный стрик очень хорошо работает. Для уничтожения мебели. А, нет, 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 нет. Мое. Полетели. Там. Я кто-то пытался порезать. Может, я закончу дело? Бедный папа римский. Сначала его застрелили, потом это... Прям в лоб что-то прилетело. Но оказалось, здесь есть проход. Нара как будто знал. Как будто он не просто так захотел папу римского уничтожить. Подземная лаборатория? Вот это поворот.
Окей, забудьте, с ним все норм. В него просто демон вселился. It's only a matter of time before his location is revealed. He came to us. It was fortunate I was able to participate in the ascension ceremony. Ah. His Holiness! You look magnificent! Sent that cocky kid Nero to find Dante? You question my command? Yes! What shall befall me? Should he stumble upon my research facility? Our priority is to capture Dante. Why, you... Crater. Yes, Your Holiness. Gather everyone. I must... ease their minds on this matter. Of course. Я тебя записал. Это не похоже на S. Если честно. S. А. Б. Вау. Да, это и не есть S. Ну, да ладно. Это есть проклятие. Оно вернулось. Ну, а пока что на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.